день. Сегодня мы в гостях у казахского НИИ защиты и карантина растений. И сейчас кандидат биологических наук Бакыт Кубжасаров расскажет нам о состоянии апорта. Апорт – яблоко с многолетней историей. Расскажите, с чего началась история казахстанского и, в частности, алматинского апорта? История казахстанского апорта началась официально в 1865 году. С Воронежской губернии привезли черенки апорта и привили на местную дикую яблоню сиверса. И с этого момента они очень хорошо прижились в условиях Казахстана. И славу мировую апорт получил в 1900 году на Парижской выставке, где завоевал золотую медаль. А далее также были очень много медалей зарубежных, полученные и золотые, и серебряные. А массовое развитие садоводства апорта было в 60-е и 70-е годы, когда площадь была больше 20 тысяч гектар, и урожаи они поставлялись во все города СССР, в Москву, и пользовались очень большим спросом и назывались даже кремлевским деликатесом. А каково нынешнее состояние садов апорта? Какие сейчас площади они занимают? В настоящее время площади садов резко сократились ввиду того, что это уже старые сады. Новые сады, они заложены только по программе возрождения апорт. Молодые сады и общая площадь садов сейчас в данное время не превышает 1000 гектар. Насколько вообще рентабельно выращивать апорт? Потому что яблоня долго растет, поздно начинает плодоносить, требовательно к условиям. Одна из причин того, что резко сократились площади, это то, что появились более современные сорта, которые раньше плодоносят, на третий-четвертый год плодоносят и дают в несколько раз больше урожая современные сорта. А апорт, он, получается, дает урожай только на 10-12 год. Потом на одном гектаре надо размещать всего лишь от 125 до 208 саженцев апорта, что очень затратно и нерентабельно. То есть фермеру необходимо, чтобы получить яблоки сорта апорт, ждать более 10 лет. И более 10 лет требует очень большого ухода. В связи с этим сейчас, можно сказать, современные сорта, они заняли нишу апорта, и получается сейчас они более урожайные, более по вкусовым качествам лучше и очень быстро дают урожай на второй, третий год. В связи с этим садоводы больше предпочитают выращивать именно интенсивные сорта. Даже в настоящее время Казахстан выращивает 220 тысяч тонн яблок в год, и более 90% это яблок получают именно с интенсивных садов зарубежной и казахстанской селекции. И все-таки почему постоянно проводятся программы по возрождению апорта, тратятся на это колоссальные деньги, раз сорт нерентабельный? Сорт апорт это сложился как казахстанский бренд. В связи с этим были попытки еще с 80-х годов возрождения апорта, создавались научно-производственные объединения, высаживались сады. В научном плане сделана очень большая работа. Это полностью оздоровлены черенки апорта, подобраны подвои, проделана работа по микроклональному размножению. Также выведены совместно с Институтом плодоводства безвирусные саженцы апорта. И в настоящее время на площади 5 гектар в помологическом саду казахского НИИ плодоводства высажены саженцы, безвирусные саженцы апорта на площади 5 гектар.
То есть работа проделана, но оздоровлен ли апорт? И первый урожай будет только через 8-10 лет мы получим от этих оздоровленных саженцев. Как вы считаете, почему предыдущие попытки возрождения апорта не увенчались успехом? Здесь очень много причин. Профессор Исин Мағжан Мағжаш, он выделяет 14 причин деградации вырождения апорта. Это, во-первых, неправильное размножение, во-вторых, экологические условия поменялись, в-третьих, агротехника полностью не соблюдалась, в-четвертых, выявлено, что они полностью, саженцы апорта, они заражены вирусными, бактериальными, грибными инфекциями. И сорт апорт, можно сказать, устарел и в настоящее время подвергается очень многим болезням и вредителям. Это, во-первых, и цитоспороз, и в последнее время бактериальный ожог плодовых, а также очень многими скрытыми вирусами. И эти исследования у нас выявили, что заражены вирусной инфекцией. Саженцы апорта, откуда вы их привозите? Или же это казахстанская селекция? И подскажите, что происходит с яблоней Сиверса? Саженцы апорта, они выращиваются в помологическом саду казахского НИИ плодоводства, также в частных питомниках, которые имеют лицензию. И садоводы-любители, питомниководы пытаются прививать на яблоню Сиверса и выращивать. Также одна из причин, что если раньше сады апорта выращивали именно на семенах дикой яблони Сиверса, то именно когда хотели площади очень сильно увеличивать, пренебрегали этим, и семена заготавливали, можно сказать, с мест, где производят, то есть была переработка яблок, брали оттуда семена и окулировали. Также черенки брали именно не с высокоурожайных сортов яблони, а там, где получалось. Вот, то есть за погоней, за массовостью, вот получилось, что были нарушены именно технология выращивания апорта. Это именно в советское время? Да, именно в советское время. По яблоне Сиверса могу сказать, что яблоня Сиверса у нас сейчас очень большие площади. Это Джунгарском Алатау, 12 тысяч гектар дикой яблони Сиверса. И немного имеется в Зайлийском Алатау. Но из-за антропогенного воздействия человека площади резко сокращаются. В связи с этим у нас в институте проводятся работы по оздоровлению семян Сиверса, также других сельхозкультур. У нас разработаны технологии оздоровления. Также у нас разработаны и технологии, которые позволяют оздоравливать семена. Также у нас имеется технология, которая разработана совместно с учеными Аграрного университета, учеными Исыкского дендрологического парка. У нас сейчас имеется технология зимнего выращивания семян Сиверса в зимних теплицах с помощью ТРЭ-технологий. И мы думаем, что это у нас запатентовано, и в дальнейшем мы сможем выращивать данные семена в больших объемах, именно яблони Сиверса, которые в дальнейшем можно будет высаживать в Зайлийском и Джунгарском Алатау. Что касается северных регионов Казахстана, они когда-нибудь увидят на своих прилавках алматинский апорт? На этот вопрос ответить очень сложно, потому что у нас не только сорт апорт, мы даже наших обычных других яблок, Казахстан производит только 30% от необходимого потребления. Нам в первую очередь надо,
чтобы не только апорт, а и других яблок получить, увеличить производство яблок в 3 раза. И говорить, что именно будет в северных областях именно апорт, сложно сказать, но другие сорта яблок – это Golden Delicious, Star Crimson, Айда Ред, Брэборн, Red Chief. Уже в настоящее время идут поставки в северные регионы Казахстана. В Астану, в Атырау, в Актау, в Актобе. Именно с юга, юго-восток Казахстана, именно вот эти интенсивные сорта, уже идут поставки своих казахстанских яблок. Я думаю, что апорт необходимо выращивать не в промышленных масштабах, а выращивать в качестве бренда, в качестве, вот сейчас у нас очень популярно агротуризм, экоулы. И вот в тех местах, я думаю, в малых количествах апорт выращивать можно в качестве бренда. И сколько же одно яблоко будет стоить? Будет цена в 5 раз дороже. Обычные сорта яблок у нас 200-300 тенге, то одно яблоко может быть до 1500 тенге. Потому что очень затратно выращивать. Урожай надо ждать на 10-й год, и затраты на уход превышают 150-200 тысяч тенге в год только на обработке. 1 гектар. Спасибо большое за интересный рассказ. Очень надеюсь, что в обозримом будущем мы сможем покупать алматинский апорт по адекватной цене.